Привет, Кью. Привет, 007. Прошу за мной. Смотрю, все работаете. Он еще не закончил. Где Бентли? Ушел на покой, боюсь. Он меня не подводил. Приказ М-007. У вас теперь Астон Мартин, ДБ-5 с изменениями. А теперь внимательно. Ветровое стекло бронировано, как и все другие стекла. Номера сменные, конечно. Действительно во всех странах. А это небольшой радиопередатчик. Называется Гомер. Включается отведением назад, вот так. Видите? К нему прилагается маленькая копия, чтобы помещаться в каблук ботинка. А покрупнее еще и магнит. Так. Спрячьте его в преследуемой машине, и если потеряете ее из виду, сигнал будет на панели приборов. Аудиовизуальный радиус 150 миль. Гениально и полезно. Можно даже стаканчик пропустить. Именно по этой причине за все эти годы его так и не довели до ума, 007. Да, и мы попросили бы вернуть его. Вместе с остальным оборудованием. Целым и невредимым после задания. Ты не представляешь, как быстро все изнашивается во время задания. Что-нибудь еще? Я не задержу вас больше, чем на час, если уделите мне все свое внимание. Мы установили несколько интересных изменений. Видите подлокотник? Откиньте крышку. Внутри механизм системы защиты. Дымовая завеса, масляные пятна, бронированный экран сзади и левый и правый пулеметы спереди. А это мне нравится больше всего. Видите рычаг передач? Если откинуть вверх, увидите красную кнопку. Ни за что не нажимайте ее. Это почему? Потому что это уберет часть крыши и задействует катапультируемое пассажирское кресло. Катапультируемое кресло? Шутишь? Я не шучу о своей работе 007.